Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds Epic. Так, чтобы нам с тобой сделать? Ну, во-первых, наверное, заберем все наши награды. Сундучки. Потом что там, монетку, наверное, прихватим, да, с тобой? Так, бесплатно. Вращаем. Это у нас арена. И нам выпадает тыква с самоцветами. Окей. И я думаю, что она нам пригодится. Посмотри видео и получи подарок. Окей. Ну что же, мы можем с тобой сделать еще одно бесплатное вращение. Давай. И нам достается красное знамя. И у меня такого нету. И оно даже лучше, чем вот это мое старое знамя. Отлично, давай, наверное, мы его и поставим, да? Ну что же, с этим тут разобрались. Теперь, я думаю, нам надо с тобой выйти на нашу основную карту. И здесь тоже забрать, да, ребята? Подарки. Так, ну что, бесплатное вращение. Что здесь нам выпадет? Это будет слабее, получается, да, ребята? Ну да, на 81 единичку. Это нам не нужно. Так. Слушай, а мы можем с тобой что сделать? Блин, если бы у нас с тобой хватало бы монет, я бы 10 раз ролил бы эту свинку. А пока придется только лишь один разок. Ну и что же нам здесь достанется? Давай что-нибудь редкое, ну! Ух ты! Быстрый бумеранг, но он опять же, друзья мои, слабее. Слабее того оружия, которое у меня есть. Хорошо, значит, нам с тобой нужно как-то получить 5 вот этих вот монет золотых, да? Питок, и тогда мы с тобой сможем ролить. Так, что у меня тут в почте? Так, Свин Хрякович одолжил у тебя птицу по имени Ред и прошел с ней захватывающие испытания. А тут, короче, он мне дает знаки дружбы. Спасибо тебе, Хрякович. Так, а больше ничего у нас тут нету с тобой? Не? Нету. Нету, друзья мои. Ну и фиг с ним. Так, я, наверное, крафтить пока ничего не буду. Пойдем-ка мы с тобой в подземелье. Мы остановились, по-моему, на втором, да, уровне. Или на третьем даже. Сейчас у нас откатились все наши персонажи, которых мы можем звать на помощь. И я думаю, что мы с тобой далеко зайдем. Кстати, а это что? Так, сундучок, в котором у нас находится 60 пятачков. А вот это что? Я помню что-то такое нужное нам. Но как назло забыл для чего. Так, хорошо, давай посмотрим, что у нас тут с тобой. Ага. Здесь, ребята, видимо, какое-то испытание проходит. Ага, так, ладно, давай посмотрим. Может быть, где-то есть ресурсы, которые мы с тобой не добрали. И надо будет их добрать. Но, видишь, пока все чисто. Камни все разбитые. Ракушки, я так смотрю, все тоже подобраты. Видимо, ничего у нас нету, да? Хорошо. Блин, вот если бы у меня хватало бы значков дружбы, я бы пошел бы сюда и забрал бы вот этот сундук. Если честно. Так, а что у нас тут? Твою ж налево. Блин, я бы, конечно, с удовольствием взял бы вот этот вот шлем паладина за 130-то монет. А нет, ребята, есть. Есть все-таки наградушка у нас. Нашел. Заблудшая ракушка, понимаешь ли, держала при себе ресурсы. Так, ну что, вроде бы и все пока. Ну что, будем отправляться тогда в подземелье. Подожди-ка, а что у нас вот здесь на продаже стоит? Барт. Птица-гром. Блин, столько всяких вкусняшек, друзья мои. Вот этот вот сундук, скажи мне, как его взять? А? Вот я не могу понять. Все, ребята, опять же нам не хватает. Нам, подожди-ка, врата что? Врата можно открыть только с помощью друга? С помощью друга. А разве у меня нет друзей? Странно. Ладно, друзья мои. Заходим в подземку. Глянем, на каком мы с тобой этаже. Ну и начнем потихоньку его проходить. Ух. Так я тут практически только начал, да, получается? Ладно, вот здесь мы с тобой остановились. Давай посмотрим. Свинская мощь 410. У меня, как ты видишь, всего лишь 325. Я могу, конечно, активировать бонус. Но я, наверное, прибегну к
помощи друзей. И первым, кто это будет, это, конечно же, Свин Хрякович. Он всегда мне помогает. И я думаю, что он здесь тоже мне не откажет. Ну что, поехали, будем проходить с тобой. Надеюсь, это подземелье сегодня нам поддастся. Хотя тут, наверное, много уровней. Так, вот эти вот мелкие, по-моему, оживают, да, если я не ошибаюсь? Подожди-ка, а Хрякович... Ага. Хрякович все-таки заменил мне, да, моих ребятулек. Давай начнем, наверное, с мелких, или как? Или вот с этого? На тебе. Ну-ка. Опа, не кисло, не кисло, ребята. Блин, точно, он будет оживать. Тогда придется вот этого бомбить. Здоровичка. Так, этот воришка, промахнись. А, он готовится, ребята, готовится к удару. Тут сколько? Три волны. Что это сейчас было? Отравление какое-то массовое или что? Так, короче, убираем. Оу, а у нас не получилось его убрать. Твою же дивизию. Так, этого нахлобучим. И вот этого. А этот сейчас встанет, а? Ну ты посмотри. Этот сейчас встанет. Короче, смотри, что мы с тобой делаем. У нас как раз три птенчика, да? Этого мы бомбим. Этого бомбим. И этого добиваем. Все, первая волна пройдена. Оу, целая куча монет. Нормуль, вот это мне нравится. Так, птички, птички, не веселимся. У нас тут вторая волна. Оу, здесь нужно все рассчитать. Что такое, отравление у нас висит или что? Так, бомб, может быть, ты взорвешь их всех к ядре, не фене, а? Сразу. Ай, красавчик, красавчик. Все у него удачно, ребята, получилось. Вы сами все видите. Переходим с тобой на последнюю волну. Вот она. Так, начнем, наверное, с Халабуда, я думаю, да, в первую очередь. Это тот самый призрак, который покрылся весь водорослями и хочет, видите ли, меня напугать. Но не тут-то было. Да что такое? Где прицел? Во. Отлично. И его главное не убить раньше времени. Так, отлично. Смотри, что мы с тобой сейчас делаем. Не надо хилять. Да, оно напугало меня тоже. А что они такое сделали? Типа как отравление, что ли? Так, этого в минус. Этого в минус и добиваем здорового. Отлично. Так, ну что, мы с тобой прошли это подземелье. Точнее, клочок, я это скажу так, клочок от подземелья. А, три звездочки, да? Три звездочки, шикарно. И крутим рулетку. Опа, шикарно, ребята, просто шикарно. Да, я согласен. Ну что же, переходим с тобой на следующий поединок. У нас осталось всего лишь три помощи друзей. Да, это у нас третья пещера, как ты видишь. И мы с тобой перемещаемся вот сюда. Потом, скорее всего, наверное, сюда. Потом сюда, скорее всего, да. Блин, нет, мы сегодня не пройдем. Не хватит у нас. И ни скорости, ничего. Блин, ты... А-а-а, вот оно что, ты посмотри. У нас ядовитые облака. Вот, поэтому мы с тобой получаем каждый ход урон. Вот оно в чем проблема. Смотри, мощь свинская 467 против моих 325. Но это никуда не годится, согласись. Это просто вообще трэш. Ну что же, придется опять прибегнуть к помощи друзей. И на этот раз у меня будет Свиндиана Джонс. Я надеюсь, нам по мощам хватит. Вполне, вполне хватает. Вот так вот возьмем, да? Вот вчетвером они и пойдут. Хотя, подожди-ка, да, тут не получится, ребят. Тут, видишь, максимальное количество 2. То есть берем с тобой Реда, Бума и... Почему я его называю Бум, если это Бом? И Свиндиана. Поехали. Свиндиан чем хорош, ребят? Ну, естественно, плетка, все дела. Ага, ох ты, а это что такое? Бомбочки. Ну-ка, давай, наверное, этого пилота. На тебе. Вау, на удар его и хватило. Тихо, у нас там, смотри, сколько волн. А я-то тут радуюсь. Так, я вот не помню, бомбочки-то они сразу взрываются или как? По-моему, сразу. Я могу, конечно, ошибиться. Я могу ошибиться. Так, слушай, ну урон не очень большой, как ты видишь, но они почему-то все на Реда нападают. Так, ага, бомба, нужно 2 хода ей, чтобы активироваться. Поэтому надо сейчас уничтожать. Этого бамс уничтожили и воришку уничтожим. Ах ты жулик мелкий, ты посмотри, он выжил, охламон несчастный. Ну и что ты порадовался? Сейчас ты дорадуешься у меня. Блин, да что ж ты будешь делать? Мы его не пробиваем и все. Так, минус Халабуда и вот этого тоже воришку мы уничтожаем. Отлично. Так, это какая у нас волна-то получается? Была первая, да? Переходим только лишь на вторую.
Так, вот маг. Маг. Блин, не нравится мне это все. Маг мне очень, ребята, не нравится. Надо как-то от него избавиться. Можно, в принципе, вот так активировать. Оу, бомб, ты крут, ты крут. Ты молодец, очень хорошо у него, ребята, прокачан дамаг. И у нас все получилось. Ну что же, мы с тобой двигаемся на следующую волну. Так, опять этот пират и вот этот паш, Ахламон. Ну давай начнем с пирата, наверное, да? Хотя он ватный. Давай тогда с пажа. Вот, паш будет посерьезнее. Да, в разы, ребят, но он не готов меня ударить. Он хочет что-то там сделать. А вот маленькие призраки вредят. Что он там сделал ему? Контратаку, что ли, повесил? Нет, 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 не надо такого делать, парень. Отдохни чуть-чуть. Так, а как бы тут-то нам с тобой провернуть? Ну, если я сделаю так. И вот так. На следующий ход мы должны с тобой подбить этого призрака. Этот встать не успеет. Верно, верно. Шикарно. Переходим на следующую волну. И остаются их всего две штуки. Так, опыт хапаем с тобой просто лопатой. Вот они, голубчики. Так, маг. Ну, маги меня всегда раздражали в этой игре. Поэтому я предпочитаю их в первую очередь нахлобучивать. Хотя паш... Паш тоже здесь сильный. Я бы даже сказал, наверное... Во! Во-во-во-во, давай бум. Найс, ну согласись. Просто крут. Крут мужик. Бомбит, не зря его называют бомб. Он как бомбанет, так мало не покажется. Ну что, я готов. Я готов опять нахлобучивать. Так, этот пират, понятно, ватный. Ты как? Тоже ватненький, а ты? Вот этот будет покрепче. Вот этот будет покрепче. Так, что же нам с тобой сделать? Сейчас еще бомба. Ага. Блин, сюда бы какую-нибудь массовую бы атаку, да, если честно. Давай, наверное, вот эту вот уничтожим бомбу. Потом вот этого хлобуду. В плане. Ну на, получи тогда. Нормуль. Сработала у нас с тобой двойная атака. То есть мы подбили не только вот кого били, а еще и второго зацепили. Даже не то, что зацепили, а уничтожили. О, цепная отработала. Все, друзья мои, мы справились с вами с последней волной. Слушай, мы, наверное, сегодня получим с тобой 36 уровень. Мне почему-то так кажется. Так, и что у нас вот? Ага, арфа какая-то, ребята, арфочка. Блин, надо ролить, надо ролить. Давай, попробуем. Да чтоб тебя, еще ролим, ребята. Нам нужен этот свиток, рецепт. Есть контакт. Вот теперь я, меня все устраивает. Ну что же, а мы с тобой двигаемся дальше. У нас еще, сколько там получается, два... призыва друзей, да. И не забывай, здесь еще наш личный бонус, который нам дает усиление своей команды на 20%. Вот, как ты видишь. Так, ну что, кто у нас тут? Эти отыграли. Принц Сало. Ну, давай, принц Сало будет у нас. Мощей хватает. Тут у нас свинячая мощь 479. И какой-то, ребята, амулет, по ходу дела, здесь разыгрывается. Ну, рецепт, естественно, амулета. Так. У нас с тобой, ну, по топчику, да, все одето? Да, 24 уровень. А у бомбы... Ну, что тебе могу сказать? Шляпа пирата, она, в принципе, по-моему, и прокачивается, да? А для того, чтобы качнуть дальше, что нам нужно? Как это, ребята, сделать? Карамба. Как вот мне сделать прокачку дальнейшую? Что для этого нужно сделать? Кто-нибудь помнит, друзья мои? Если помнит, напиши в комментариях, буду тебе очень-очень признателен. Ну что, а мы с тобой двигаемся дальше. Я думаю, у нас с тобой все должно получиться здесь. По мощам мы, слава богу, выигрываем. Сколько здесь будет волн? Всего лишь три, но врагов много. Поехали. На-ка тебе. Отлично. Добьешь? Молодец. Так, принц Сало, давай-ка мы, наверное, вот этого. Хорошо бьет, мне нравится. Так, что, следующим ходом мы с тобой уничтожаем вот эти две бомбочки, чтобы они не успели активироваться. И, наверное, вот этого вот воришку бомбанем. Наверное, мы так сделаем. Ну-ка, минус. Минус и бомбочку. Ой, бомбочку. Свиноту эту. Ну, остается призрак, ребят. Его разбираем с полтыка. На. Прекрасно. Переходим с тобой на следующую волну, на предпоследнюю. Вот, значит, тут у нас получается 4 призрака. Мы с тобой, наверное, будем делать
удар нашим бомбам, да? Наверное, так лучше все сделать. Перчик накопился и баб... Ой! Что я делаю? Что я делаю? Вот скажи мне. Я же хотел применить перец. Ой-ой-ой. Ладно, хорошо. Давай-ка сейчас тогда мы с тобой его активируем. Давай его сейчас активируем с тобой. Бамс, они должны все упасть. Ясен, перец, они падают. Оставляем просто ноль шансов им на победу. И последняя волна у нас с тобой. Ну, здесь намного все проще. Здесь свинья-пилот. Тут бомбочка, бомбочку мы уничтожим в первую очередь. Теперь вот этого попробуем. Оу. Крепкий малый. Ну, смотри, он там на добром слове живет, ребят, смотри. Слушай, у него массовая атака, оказывается. Ах ты жулик, он еще и... Он еще и защиту мне понизил, ты представляешь? Блин, а этот что-то собирается сделать. Ты посмотри на него. Ай-яй-яй, что-то сейчас будет, ребят. Что он там? Молния. Молния, ты понимаешь? Он сделал мне удар молнии. Но из-за этого, естественно, поплатился. Блин, я хочу получить 36 уровень сегодня. Вот серьезно тебе говорю, хочу и все. Ну и хотелось бы сразу вытащить вот этот рецепт. Но... Блин. Давай, наверное, ролить. Да что ж ты, ты специально так делаешь. Ты хочешь все мои... Во, все мои знаки дружбы он хочет, ребята, забрать у меня. Который всего лишь последний остался. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. До сундука-то мы сегодня доберемся, добрались. Вот он сундучок, мы идем к нему. Надо будет здесь, конечно же, победить. Так, свинская мощь 410. Я смотрю, здесь будут просто призраки. Рецепт рогаточки 410. Блин, в принципе, тут не такой. Давай, наверное, мы сделаем с тобой личный бонус. Да? К 20%. И уже сыграем. Хотя, подожди, вдвоем. Вдвоем. Сколько здесь волн? Наверное, не получится у нас, ребята, здесь вдвоем. Придется применять дружбу. Вот что я сейчас сделал, ребят? Я согласился на бой, да? Я согласился на бой, вместо того, чтобы позвать друга в помощь. Молодец, что я тебе могу сказать? Красавчик, лучше придумать я ничего не мог. Не туда нажал, получается, ладно. Ладно, ну-ка. Предположим. Ну все, первую волну мы пройдем. Но тут их, блин, слишком много для двоих-то. Слишком много. Для двоих персонажей. Причем лекаря у меня нету здесь. Слушай, будет сложно. Так, это у нас с фонариком, со светильником пришел. Блин, еще вот это вот отравление каждый ход. И оно ни к селу, ни к городу здесь. Так, что это он такое сделал? Что вот это такое, ты объясни мне, я не знаю. Ага, ага. Активируем, давай. Накося. Так, а этот думает, да, чтобы сделать. Ну, пока он думает, ребят, мы его должны... уничтожить. И у нас это получается. Так, переходим с тобой на следующую волну. Блин, мне кажется, мы не пройдем здесь. Я, конечно, верю в лучшее. Блин, у нас еще отравление вот это висит. У нас есть с тобой ягоды. Давай, наверное, используем. Подожди, как там использовать? Я уже забыл, как использовать, ребята. Вот так, по-моему, да? Да. Ну что? Давай, наверное, с воришки начнем. Он-то в любом случае не воскреснет. На тебе. Так, собирается что-то сделать, ребят. Вот самые вредные это призраки. Как ни крути, этот аж на соточку бомбит. Так, этот в задумках. И этот в задумках. Что они там задумали? Вот объясни мне. Так, давай, наверное, вот сюда ударим. А этим куда? А этим куда? Их нужно, знаешь, как сделать? Уничтожить всех вместе, понимаешь? Всех вместе. То есть нам нужно сделать с тобой массовый урон, чтобы они отдуплились. Иначе они будут оживать друг за другом, понимаешь? И мы с тобой не пройдем здесь. Мы будем просто их бить, и ничего у нас не получится. Но если я вот этого, например, вот так. Ага, в минус. Два хода на все про все, да? Два хода. Давай вот этого теперь.
Так, перец есть. Все, ребята, прошли. Прошли мы с вами этот уровень, потому что я сейчас могу активировать перец, хотя я гляну вот так вот. Ред, ну ты крут. Он просто ударом двоих накрыл, и все, ребят. Тем самым мы с тобой сохранили суперудар. Ага, ага. Супер-пупер, да? Пришел тут. На тебе. Получи. Хорошо бомбим. Хорошо, просто отлично, ребят. На последнюю волну я, наверное, все-таки оставлю удар своего перчика вот этого. Блин, не нравится, конечно, мне, что тут отравление на нас. Ох ты! Ребят, я понял, что вот это за облачко такое. Это дает ему уклонение. Ну, типа, как будто он прячется. Слушай, не надо мне Реда, пожалуйста, портить. Ой, Реда, Бума, конечно же. Реда, о чем я? Это специально сейчас было сделано? Так, два хода на все про все. Слушай, теперь этот тут. Они все, ребята, спрятались, ты понимаешь? На тебе. Пробили, увидели, да, его? Есть контакт. Ну что, переходим с тобой на последнюю волну. И тут уже, скорее всего, Буму придется действительно... Давай активировать. Все равно ничего не теряем. Ты-дыч. Так, ну неплохо, неплохо. На. Вот это плохо. Я на самом деле хотел вот этого вот короля с табуреткой на голове. А может успеем? Нет, не успели. Этот сейчас восстанет. Причем с фулл хп. Ай-яй-яй. Ну-ка посмотрим. На тебе. Надо его бомбить, ребят. Ага. С этим уже разберемся с тобой. Все, голубчик попался. Прекрасно. Совсем, ребят, чуть-чуть. Слушай, я даже, по-моему, и бонус-то не активировал, да? Ведь так получается. Прошли своими силами. Дай рогатку мне, дай рогатку. Вау. Вот это я понимаю. С первой попытки, и сразу же мы получили с тобой рецепт. Ну что же, мы с тобой продвигаемся дальше. Тут еще сундук же, кстати, да? Вот вопрос в том, как мне его открыть. Открыл. Ух ты. Что это у нас тут? Мастерство повышено, друзья мои. Ага. Прокачиваются абсолютно все шлемы. Абсолютно все шлемы, ребята. Слушай, так это же хорошо. Кстати, вот этот шлем у Матильды будет круче, да? Ну да, получается так. Согласен. Ну что, двигаемся с тобой вот сюда. Слушай, мы с тобой победили, даже не применяя бонусов никаких. Ну что, будем брать наемника могучего орла? Наверное, будем. Он стоит, ребята. Он стоит 15 золотых. То есть, если эти все на халявку, да, можно было взять, тут 15. Я не хочу тратить 15 голды. Я лучше посмотрю усиливающий бонус. Да, так будет, наверное, лучше. Ну и что у нас тут? Ёлки-ты-палки, ребята, 396 сила команды. Как бы не дотягивает. Как бы не дотягивает, но я попробую все-таки. Все-таки я попробую. Блин, ну максимальное количество 2 персонажа. Вот хоть ты тут тресни. Третьего взять нельзя, понимаешь? Монеты тратить тоже не хочу. Они мне нужны очень сильно. Ты знаешь, прекрасно, мне 2 монетки, я смогу 10 раз ролить. Ну тут, в принципе, ребята, 3 волны, может как-нибудь справимся. Как-нибудь. Надеюсь, у нас получится. Так, этого в первую очередь нахлобучиваем, да? А эти, как всегда, начинают делать уклонение. Ну и плюс отравление. На тебе. Ред, добей его. Ну что-то сейчас что-то будет, ребят. Что-то сейчас будет плохое. Бум, на 374 ударил, представляешь? Еще и понизил мне что? Атаку. Он еще атаку мне понизил. Вот что он делает. Да на тебе. Так, у этого паршивца мы сейчас с тобой подбомбим. На. Так, подбили. Уровень должен быть сегодня наш. Ну, вторая волна. Ну что, начнем с этого, да? С большого и страшного. Крепкие они здесь какие-то. Ох, я обожаю, когда вот Ред делает массовую атаку. И они все, естественно, на него, да, сразу же. Так, этот спрятался, типа, да? Инвиз сделал, но я его все равно вижу.
Ой, сейчас вот классно было. Этот мелкий, все, ребят, не жилец. А этот спрятался. Так, ну что? Все, что ли, так быстро? Разобрали мы их. Дайте больше опыта, пожалуйста. Ну вот, на последней, на третьей волне должны дать много опыта. Что, опять? А, мы сейчас сделаем проще. Вот, вот так вот. Блин, а этот выжил. Ну-ка. У нас есть еще, ребят, есть еще попытка его нахлобучить. И она сработала. Ну, есть контакт. Новый уровень, друзья мои, новый уровень. Вот. В принципе, чего я и хотел сегодня сделать. Победа. Получим с тобой рецепт. Не вышло чуть-чуть. Ладно, ролим. Последняя попытка, ребят. И не получилось, к сожалению. Не получилось у меня выбить этот рецепт на щит. Но если честно, у нас с тобой уже столько рецептов. Так много, так. Новый уровень. Есть контакт. Ребята, мы получили с вами 3 монетки. Сейчас будем ролить с тобой. Ну и как ты видишь, птичья сила выросла на 3 единички. Так. Ну что, пойдем ролить, наверное, да? Ролить. Вот не знаю, следующий уровень мы с тобой сможем пройти без помощи друзей и без помощи усиления. Вот как ты думаешь? Есть у меня очень большие сомнения, но это нужно проверять. Так, где у нас рулетка наша? За монетки, по-моему, здесь. Ну-ка. Ну что, ребята, я активирую на свой страх и риск. Давай смотреть. А что так быстро-то? Что так быстро? Блин, все слабо. О! Хороший лук, ребят, хороший. Опа. Так. Z тоже получает у нас хорошую вещь. Чуть-чуть не хватило, ребята, чтобы получить легенду. Чуть-чуть, ты представляешь, а? Обидно-то как. Выбери предметы. У нас предметов с тобой, ё-моё, сколько. Ты посмотри. Эти экипированные. Эти, как ты видишь, ну, похуже будут. Давай, например, возьмем вот так. А-а-а, 30 монет нужно на объединение. Так что мимо. Может быть, нам с тобой что-нибудь получится сварить? У нас хватает, да? Хватает. Ну чё? Блин, ну одна звезда, ну... И прорулить-то нельзя. Ладно, два коктейля, давай... Все, не хватает. Так, хорошо. Здесь, здесь. Так, заполняет перец ярости. Ну, давай. Помидоры есть, что бы не сделать, ребят. Вот. Это уже другой разговор. Еще разок. О, неплохо. Хотелось бы, конечно, больше, но... Три, да? Что мне три? Нет, дает одну звездочку. Так, подожди. У нас вот здесь вот что? Что, блин, не хватает каких-то семян, чтобы сделать вот эти вот свинотные, как сказать, вишенки, что ли? Свинотные вишенки. Зелье опыта, смотреть. Давай. Это все за монетки, да? Это у нас с тобой, знаешь что? Это у нас донат. Блин, охотник за сокровищами. Классные ребята, да? Шмот. Ой, ты посмотри, какие цены. 100 вот таких вот монеточек 500 рублей. 100 монеточек 500 рублей. Трындец расценки. Жалко, я не могу пятачки свои поменять. Да? Сокровища Реда. За 1500 вот ты получаешь такой вот набор. Да, в плане... Вот поверь мне, для нас это дорого. Для американцев, ребята, это... Ну, не только для американцев, а для Европы. Это сущие копейки. А для нас это вот так вот. Ну и что же я, например, могу сделать? Давай посмотрим. Это у нас с тобой рецепты, как ты видишь. Рецептов очень и очень много. Не хватает... Во, я могу рискнуть и выковать охотничий рог. И... Двоечка. Слабее, да, получается? Слабее. Но я могу что-нибудь еще сделать или нет? Во. Это у нас пляжная сумка. Давай на три.
Да что ты все двойку-двойку мне-то даешь? Не нравится мне эта сумка. Так, купить, говорит. Купить морские звезды. Я не хочу покупать ничего. Давай смотреть, что у нас еще есть. О! Флаг любви. Ну, давай попробуй сделаем. Да что ты все два-то два? Нет, ребят, это слабенько. Даже не буду его брать. Блин, я хочу себе золотую наковальню. А лучше вот эту вот, ребята, вот. Для того, чтобы купить эту наковальню, что нужно? Где она? Так, зачарованные осколки, базовый набор ресурсов. Золотая наковальня стоит 125 монет. Кстати, есть смысл, друзья мои, накопить на нее. На эту наковальню. На золотую. Может быть, да, мы, скорее всего, с тобой будем уже копить, потому что... Или у нас сейчас? У нас сейчас, по-моему, золотая наковальня стоит, да? Нет. Это к чему говорю, ребят? Она дает больше шанс получить звездочек побольше. Так, а что это у нас с тобой? А вот по атакующим можем, например, молот водолаза. Давай попробуем с тобой. Может, что-нибудь скрафтится хорошее? Две опять. Слабее, слабее, ребята. Ладно. Давай посмотрим, что у нас еще. Вот, это что? Бомба в мешке. Да что ты, блин, со своей звездочкой-то, господи, ну. Я ведь потом могу это все, по-моему, продать, если я не ошибаюсь. Или разбить, или продать, я уже не помню. Опять две. Никогда три, да, не выпадет. Даже, наверное, и не мечтай об этом. Скорее всего, так оно и будет. Всего много, ребята, так. Всего много, но... Так, энергия наложения чар. Базовый ресурс. Нельзя изготовить костей предметов, чтобы узнать подробности. Понятное дело, нельзя изготовить. Хоть бы одно выпало на три, ребят. Хоть бы одно. Нет, не шишарики. Так, а тут-то у нас что? Сегодня воскресенье? Да, сегодня воскресенье. Сегодня у нас затонувшая пирамида. Затонувшая пирамида, это где у нас? Ну-ка покажи, пожалуйста, я что-то не помню. Где это у нас она находится? А, ну вот, как раз я тебе и говорил, да? Ну, тут у нас есть обычные. Я даже на обычные вряд ли смогу пройти. Восстает через 23 хода после смерти. Вдвоем. А награда до 175 пятачков. Да пойдем заглянем. Чего мы с тобой теряем? Да ничего. Кстати, оно у меня не пройдено даже на 3 звездочки, это испытание. Сколько волн? Ой-ой-ой, а эти еще хламоны, я их вспомнил, ребята. Это ж... Да-да-да-да, это именно они. Это именно они, жесткие, лютые ребята. Нет, тут нам ничего не светит, поверь. Без поддержки, без помощи они нас тут сейчас разберут. Это только первая волна. Ты видишь, что тут происходит. Они даже оглушили. Что мы тут можем? Я не знаю, ничего мы тут с собой не можем. Все, 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 сейчас... Сейчас ушатают. Не, надо отсюда сваливать, убегать. Сбегать просто-напросто от этого боя. Сунулся тоже на свою голову. Так, а как убежать-то? Убежать-то я не могу? Нет, не могу. Блин, драться до последнего, что ли? Ладно, хорошо, погиб. О, так он еще и через три хода встанет. Тут тем более, друг. Тут тем более нам ничего не светит. О, бомб уже погиб. Нет, 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 нет. Шансов просто ноль. Шансов просто ноль. Офигеть. Как вот их тут разбирать, ребят? Насколько я... Не буду никого встречать. Насколько я должен быть прокачанным, чтобы здесь справиться? Причем это самый легкий уровень. Жаль, жаль. Ладно, пойдем дальше тогда, посмотрим. Может быть, пещерку попробуем еще пройти, а? Один уровень, что скажешь?
Так, а это-то что у нас тут? 275 рублей, 3000 мастерства. Слушай, а вот это что? Еще один сундук у нас готов на арене, да? Который я могу открыть. Забери награду и вступи в следующую битву. Забрать. Так, лига завершена. Ну, еще я тут забрал 275 монет. Да? Или что? Ну-ка. Флаг. Арена закрыта на доработку. Следующий сезон через 99 дней, 99 часов, 99 минут. Нормально. То есть я действительно не могу зайти. А почему? Идет строительство, говорят. Строительство у них там, понимаешь, идет. Ну, видимо, может, технические какие-то, ребят, проблемы. Не знаю. Все, пойдем, короче, еще раз попробуем с тобой пройти один из уровней в подземелье. Если мы сейчас с тобой, ну, свалимся, будем закругляться, потому что, ну, получается, без друзей я тут никуда не смогу пробиться. Эх. Ну-ка, 478 свинской мощи. Награда. Какой-то посох непонятный. Давай, я рискну. Будем с тобой опять брать именно Реда и бомбу. Может быть, получится с нами справиться здесь. Поехали, начнем вот с этого шута. На тебе. Ах, окей. Так, и бомбочку сразу уничтожим, чтобы она просто не мешалась нам здесь. Ага, этот собирается бомбить Реда. Этот собирается бомбить Реда. Бомбочка. И этот тоже что-то хочет сделать. Травление бесявое. Ну-ка, ушатаешь ты его? Блин, нет. Я просто не помню, что больнее, бомбочка или удар. А-а-а. Он указал мишень Реда. Ну что же, пускай не атакуют Реда. Мне как бы ни холодно, ни жарко от этого. Ред у нас все равно с тобой как танк. Он должен выдержать. А этого на тебе. Блин, не добил. Я его не добил. Паршив с этого. Слушай, тут еще к тому же много волн. Ладно, у нас есть с тобой хил. Мы можем с тобой в любую минутку подлечить себе здоровье. У нас накопился перец. Ну что, бомбим. И бомбим. Нормуль. Давай следующую волну. Ну, здесь можно, в принципе, и бомбануть. Как ты думаешь? Ты будешь не против, я думаю, да? Баба! Ах ты, магистр кислых щит, ты еще и выжил. Ну, ненадолго. Так, переходим на следующий бой. Так, здесь пиратики. Здесь пиратики, понимаешь, они хотят нас наказать. Бомбочку уберем отсюда. Тут лучше вот этого, наверное, бомбить, воришку. Я знаю, он любитель стырить у тебя монетки или еще что-нибудь. Или какой-нибудь рецептик свистануть. Вот такие вот они, маленькие воришки. Так, этого надо нахлобучить. В плане. Да вы серьезно, что ли? Что они такие сильные, что ли? Блин, сейчас что-то будет. Ого, он, вот этого он усилил. И Реда поставили мишенью. Ты посмотри. Блин. Блин, блинский, ну. Ать, контратака, я так и понял. Контратака там была. На тебе. Ой, ребята, этому досталось. Эй, чудику, на котором стоял. Что такое? В плане, какая бонусная атака? О чем ты говоришь? Все, лежит и обтекает. Так, сколько здесь врагов? Блин, ну не так много, конечно. Но я хочу все равно вжарить. Упс. Упс. Недобитки, ребята, недобитки. Этот встанет, нет, не встанет он, не шиша. Успеем мы этих нахлобучить с тобой. Ну, правда, вот насчет этого я сомневаюсь маленечко. Так, давай попробуем с него. Не вышло, блин. Ё-моё, этот встанет. Этот, ладно, этот встанет. Мы его сейчас быстренько, наверное, убьем с удара-то. Вау, Ред, красава. Он сразу двоих нахлобучил. Зачем, говорит, на одного тратить сил, когда можно их двоих сразу накумарить. Так, а здесь призрачки. Блин, такое ощущение, что надо нам наших ребят подлечить. Реда будем. Что я сделал? Что я сделал, блин? Я сказал подлечить. Ладно, защита у нас с тобой стоит. Так, начнем, наверное, вот с этого.
Так. Окей, не забывай, что защита стоит. Нормуль, пока терпимо, ребят. Так, опять он опять. Он хочет указать мишень. Я знаю даже на кого. Блин, у нас еще и понижена с тобой защита. Вот что, беда-то вся. Блин, с пониженной защитой сейчас нас тут очень могут быстро разобрать. Видишь, по 120 бомбит. О, 130. И этот мишенью указывает Реда. Ну все, голодранец, тебе крышка. Давай так вот, оп. И вот этого, наверное. Да блин, надо было вот что делать. Ой, господи. Доходит как до утки на 7-е сутки. Сейчас, ребят, если выживем, я применю. Но у нас не будет здесь уже. У нас не будет здесь с тобой 3 звездочки. Здесь будет максимум 2, а может быть даже 1. Потому что очень мало хп на наших бойцах. Очень мало. И сколько? Раз, два, да. А, 3? А почему? Раньше это немножко по-другому работало. Ух ты. С первой попытки, друзья мои. Ну что, будем дальше пробовать, а? А вдруг получится у нас? А вдруг мы с тобой пройдем? Да еще и мастерство опять с тобой повысили. Так, здоровье атака моих птиц выросло на 2%. Замечательно. Ну, я все-таки, ребят, наверное, рискну. Все-таки рискну. Награда 10 пятачков. С богом. С богом, как говорится. 10 пятачков. Кстати, нам нужно посмотреть, где у нас можно за пятачки что-нибудь приобрести. Потому что их у меня 1500. Так, бомбочки уничтожим с тобой вначале. По-моему, они очень сильно взрываются. И поэтому в первую очередь их надо уничтожать. Что? 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 Смотри, что сделал. Он поставил на бомбочку электрическую эту. Да-да-да, защитку. Ну-ка, на тебе. Окей. Так, что-то там на бомба тянет. Он тянет на бомба. Еще и рыжет противно. На тебе. Блин, не добили, а так. Предположим, что он сейчас будет делать. Ого. Вот это он всыпал. Вот это он, ребята, всыпал. Было больно на самом деле. Бомб мне сказал по секрету, говорит: Рэй, больно мне, больно. Не унять эту боль. И там и подобное что-то. Ну что, бумкаем, естественно. Бумкаем. Вау. И добиваем. И так будет с каждым, кто посягнет на моих птичек. Так, следующая волна. Следующая... Блин, вот сюда бы сейчас как забомбить бы. Но мы можем с тобой что сделать? У нас есть 12 пиц. Мы можем с тобой вот так вот, оп, шкалу немножечко повысить. Уничтожить вот эти вот бомбочки. Прекрасно. У нас с тобой сейчас быстрее будет перец накапливаться. Как раз для следующего... Ай-яй-яй-яй-яй, друзья мои. Че я радуюсь-то? Ты посмотри на наше здоровье-то. Не то, что даже здоровье, а на нашу защиту. Этот очень сильно будет бить. Ох, слушай, тут без лечения не обойтись. Хорошо, что мы с тобой, да, сделали лечилочки. Контратака, точно, ребята, контратака у него. На тебе. Блин, ты достал, он даже Реда пробивает, ребят. Все, отпробивался. Сейчас посмотрим, сколько их здесь будет. Наверное, нам придется... Хотя здесь можно потерпеть, я думаю. Или бомбанем все-таки. Бомбанем, наверное. Так. Этого в минус. Ну что ты, блин, у него массовая атака. Ну посмотри на него, а. И он понижает защиту. Надо запомнить, что вот этот бородач усатый понижает нам защиту. О-о-о-о, сколько вас тут набежало, голодранцев. Начнем вот с этой. Потом вот так вот. На самом деле, блин, а мы так до сих пор с тобой, да, с пониженной защитой. Ой-ой-ой, Ред, Ред, родной мой. Надо нам что-то с тобой замутить. Реда нужно хильнуть в любом случае, ребят. Иначе ему кранты. Что ты там затеял? Блин, не хватило его пробить. Так, ну, по крайней мере, дебаф исчез, этот упал. Споткнись. Захотел чего? Шишки тебе. А этот бомба ставит, да, целью. Этот ставит бомба целью.
На тебе. И этот, что ли, хочет? А, ну у них у всех стоит цель. Блин, сейчас будут бомба бомбить. Это последняя же волна, да? Сейчас я заряжу по полной программе. Все, ловите подарочек от бомба. Ох, как он шикарно, а? Как он шикарно, ребята, звезданул. Ну, как ты видишь, победа за нами. На 3 звезды. А что у нас тут? А нету никакого рецепта, да? Ну и ладушки. А, монетки у нас с тобой здесь должны были быть. Ну, не судьба их получить. В принципе, у меня монеток там почти 2000. Я думаю, нету особой такой нужды нам за ними рваться. А вот пройти еще один уровень, вот этот вот, например. Фух, рискуем, ребята, очень сильно с вами рискуем. Но кто не рискует, тот не пьет кока-колу, как мы это знаем. Поэтому попробуем все-таки на свой страх и риск. Да что ж такое, тут очень много волн. Бумс. Так, бабах. Шикарно. Так, что там задумал парень? Так, они все на обдумке стоят. Это, кстати, очень хорошо, ребят. Когда они все стоят на обдумке, это классно. Ну-ка. Минус. Минус. Ну и, соответственно, этому тоже минус. Все, переходим на следующую волну. Может быть, мы сегодня еще и 37 уровень получим. Прикинь, будет круто. Так, ну здесь надо, конечно же, начинать с громозеки. Громозека — это вот этот вот здоровый, с водорослями на голове, чудило. На тебе. Так. Оу. Блин, плохо, что они вот это вот делают. На тебе. Хотя вот так вот, наверное, сделаем. Один все-таки избежал удара. Избежал, ребята, он удара. Надо его быстрее нахлобучить. Есть контакт. Ну что же, здесь мы тоже с тобой прошли. Побежали на следующую волну. Так, ну здесь будет все проще. Проще, их тут всего двое. Начинаем с этого. Этот 100% будет сейчас обдумывать, кого бы нам бомбануть. А, нет, он отравил. Ребята, он отравил. Двойное отравление на нас висит. Это не из гуд. Какое ми... А, ну правильно, он же в туман спрятался. Привидение еще и в туман спряталось, прикинь. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Так, попади только, Ред, пожалуйста. Ну, попади ты по этому голодранцу. Блин. Так, этот обдумывает пока, да? Этот пока там что-то обдумывает. Ну, трындец. Йо, что-то сейчас будет неприятное, ребят. Что? Ох ты, они призвали помощь. Слушай, ну вот так вот, если они будут сейчас вот в этом... Давай, бомб, бомби. Если они сейчас будут вот этой, в этой невидимости... Нам повезло. Это могло затянуться, знаешь, насколько? Надолго. Так. Надеюсь, у вас нет никаких суперспособностей. Там невидимости, еще что-нибудь. На тебе. Ага, пугает, пугает. Блин, а урон-то ты видел какой? Вот особенно у этих двух маленьких. У них очень сильный урон. С чего только, я не пойму. Давай так, наверное. Да чтоб тебя, сейчас еще Реда подобьют мне, нет? Есть такой шанс, ребят, что они могут Реда подбить. Придется лечиться. Да по идее, как бы и не только Реду надо лечиться. Блин, ты посмотри. Этот встанет, да? Ладно, нахлобучиваем с тобой вот этого и вот этого. Благо хватает мощей их пробить. Так, ну что, мы с тобой переходим на последнюю волну, и у нас готов перец. Сейчас мы с него и начнем, по традиции. Поехали. Бабах. И остается один вот этот шитик. На тебе. Ага. Вот уж дудочки. Размахался он тут мне. По красоте, друзья мои. Просто по красоте. Ну как вам? Мне так лично очень понравилось.
Интересно, мы с тобой следующий бой вытянем или нет? О, ракушку нам дали. Если мы с тобой следующий бой выигрываем, скорее всего, мы пройдем полностью этот этаж и перейдем с тобой на следующую, так сказать, следующую пещеру. Это будет четвертая. Так, давай глянем, что нас здесь поджидает. Награда сундук. Слушай, хотелось бы, конечно, получить награду сундук. 100% в нем монетки или еще какие-нибудь бонусы. О, это кто такой-то? Это что за милашка такой, а? На тебе. Ой, а че он такой мощный-то, эй? Зашибись, он еще и уклонение на себя повесил, ты прикинь? Вот тебе и милашка. Слушай, я не могу его пробить. Так, что бы нам с тобой здесь сделать? Зачем я это сделал, не знаю. Поехали. Мимо. Слушай, а что он так сильно бьет? Офигеть. Да ну. Ребята, это что за... Что это за имба? Сколько волт-то я, кстати, не обратил внимания здесь. Да он запарил уже, а. Так, ну-ка еще разок. Блин, фигею. Мы, ну слушай, мы по полтысячи ему наносим урона. Чего-то это не то, ребят. Офигеть. Так, это получается еще где-то 3 удара. Офигеть, а он по 300 по нам бомбит. Окей. Да блин, не успел. Не успел, ребята, его наказать. На тебе. Все, и ты отдуплись. Если такие дальше пойдут, я не знаю, что мы будем делать. А, он один здесь был. Йо, это типа боссика, оказывается. Все. А здесь нам всего 2 звезды, ребята, дали. Хе-хе-хе, и сундук. А это круто. Я не успел посмотреть, что там было в сундуке. Я, как всегда, нажал. Всегда вперед, батьки, спешу. Так, друзья мои, пещера пройдена. Нас поздравляют. И мы с тобой переходим на 24-ю, ой, на 4-ю пещеру. Это называется пещера исцеления. И главное здесь... Вот такой вот ханорик, ребята. Король ледяной шаман. Это пещера-морозилка, птицы будут постоянно оглушены. Натяни варежку на клюв. В плане, постоянно оглушены, вы что? Вы издеваетесь сейчас надо мной? Постоянно оглушен я буду. Сколько 506 тысяч мощей? Давай я просто хотя бы гляну, что это из себя, ребят, представляет. 3 волны. Ну, глянем, просто глянем, ребят. Так. Постоянно оглушены. Что ты там задумал опять? Блин, вот этого надо халабуду уничтожить. Окей. Так, ну урон не такой, не такой уж, ребята, страшный. Вот этого надо. В плане мой. Почему Ред-то... Эй, а что случилось с ним? Зашибись. Зашибись, они позвали подмогу. Да, а то будет сложно. Сложно, но возможно, мне кажется. Нет, мы с тобой придержим вот эту вот перчиночку. Ну-ка. Так. Ред, как всегда. Почему? Потому что вот на него вот эта вот струя бьет или что, я не пойму. Так, идем с тобой на следующую волну. Сколько вас тут? А, он один. Ну, одного, я думаю, мы с тобой должны победить. Так, он что-то будет, наверное, друзья мои, призывать, скорее всего. Ред, как всегда, оглушен. Я не понимаю, почему. Что с ним происходит? Что ты будешь делать? Ого! Вот это он, ребята, ударил. Так, второго раза нельзя такого позволять, ребята, чтобы он так сильно ударил. А мы... Да я просто... Как же теперь бомба у меня в отключке. Так, ребят, последняя волна. Сейчас будем с тобой супер перец использовать. Давай, бомб. Бабах.
Давай этого. Так. Ага, соображает. Да, на Реда хочет, друзья мои, бочку тянуть. Ну-ка. Окей. Ему еще удар и крышечка. Ему придет крышечка. Блин. Вот это вот оглушение, конечно, очень сильно вредит нам. Да, друзья мои, 37 уровень. Что может быть вкуснее и слаще? Да ничего. Так, забираем награды. Блин, оглушение. Сложно, но зато птички мои крепкие. И с этим не поспоришь, ребята. 3 монетки мы получаем, и птичья сила вырастает. Вау. Она неплохо вырастает, я тебе скажу. Очень неплохо. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, на сегодня мы с вами закончим эту серию. Я надеюсь, она вам понравилась. Обязательно продолжим уже в следующей. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.